Народ, здорово! В этом видео расскажу вам краткий пересказ фильма «Хэштег живой». Также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые ролики, а также Новым годом! Задрот-геймер Джун Му просыпается дома один и видит записку от матери, что тот должен сходить в магаз и чтобы купил продукты. Парень, как бог велел, включает компьютер и начинает стрим, но друзья советуют ему срочно включить телевизор, по телеку говорят о многочисленных вспышках агрессии и жестоком насилии. Джун Му открывает окно и видит, что граждане бегут в панике, некоторые люди даже стали невежливо нападать и грызть людей. Парень слышит шум и крики в коридоре и делает самое логичное, что можно в такой ситуации сделать. Приоткрывая дверь, внутрь сразу забегает какой-то паренек и говорит, что живет по соседству. Джун Му выгоняет соседа, но тот ломится и просится в туалет. Тем временем по телеку говорят, что все зомби и все идет полной жопой. И все друг друга жрут, передается через кровь. И выходит сосед сраный и отказывается уходить. Геймер хватает нож и видит, как глаза у паренька наливаются кровью, он начинает рычать и бросаться на парня. Джун Му с трудом выталкивает зараженного за дверь, где его разрывают на куски. Уже непонятно, почему зомби порвал зомби, как это у них работает, но парень строит русскую баррикаду, блокируя дверь холодильником и смотрит новости. Он получает сообщение от мамы, что они также прячутся, но не может дозвониться, так как сигнал пропадает. Геймер распределяет оставшуюся еду, чтобы продержаться подольше. А телеку говорят, что зараженные поедают других людей, нужно держаться от них подальше. Вирус передается через укусы и открытые раны. Парень грузит фото в соцсети с просьбой о помощи и своем местоположении. Джун Му прикрепляет телефон к дрону, надеясь на высоте с ним ничего не случится, и он может поймать сигнал. Но план проваливается, так как батарея быстро садится, и уже вечером парень чуть ли не ловит шальную пулю и видит, как полицейская на улице борется против зомби. Но они быстрые и одолевают Джун Му, кричит девушке из окна, но ничем не может ей помочь. Слышит шум у двери и видит, что один из зомби прорвался внутрь. Бороться с зараженным бесполезно, поэтому геймер бежит на балкон. Парень вовремя уклоняется, и зомби летит башкой вниз. Ладно, неплохо. Через неделю геймер начинает опустошать домашний бар, так как воды уже не осталось. В новостях говорят, что зомби сохраняют остатки разума и способны выполнять элементы разных действий, такие как открытие двери, а некоторые способны на более разумные поступки. Также геймер надеется, что они не способны нажимать на красные кнопки. Через две недели пьяный парень видит галлюцинации со своими родными. Джун Му понимает, что это глюки, и плачет от тоски и безысходности. Геймер использует селфи-палку и ловит голосовое сообщение от мамы. Мама, папа и его сестра прятались, но, дозвонившись до них, он слышит, как всю его семью заживо поедают зомби. Он хватает клюшку для гольфа, у него сносит башку и вылетает в коридор, кричит и избивает зараженного. Шум привлекает толпу зомби, и парню приходится убегать от них. Конечно же, по коридорам, где его они не блокируют. Джун Му прячется, а затем прокрадывается в свою квартиру. На 20-й день геймер видит взрывы в центре города, отключается электричество, а в кране больше нету воды. Потеряв всю семью и понимая, что ему не выжить, Джун Му решает покончить с собой. Парень залазит в петлю, но внезапно нежданчиком из дома напротив него целится лазерной указкой. Он успевает вылезти из веревки и падает на пол. Джун Му видит девушку в окне, которая смотрит на него в бинокль. Юбин геймер машет рукой, она машет в ответ. Девушка слышит шум в коридоре и проверяет свою ловушку для зомби. Но зараженные проходят мимо, и она засыпает. Парень с облегчением видит девушку в окне. Утром он пишет свое имя на телефоне, она пишет в ответ свое. Ким Юбин, но их общение прерывает вторжение зомби. Зараженный попал в вьетнамскую ловушку, и девушка без раздумий зарубает его топором. На следующий день Юбин понимает, что парень очень голоден. Она кидает ему веревку, но она падает посреди улицы. Геймер с помощью дрона отправляет длинную веревку к соседке. Она доставляет еду. Тот благодарит от души, геймер замечает, что зомби-пожарный вспомнил о своей работе с подтягивания на канате. Схватил веревку девушки и хочет забраться по ней наверх. Зараженный сильный и дергает веревку, и стол, привязанный к ней напрочь, вырубает Юмин. Джун Му старается хоть что-то сделать, атакует зомби дроном, но тот хватает гаджет и ломает его на куски. Пожарный цепляется за балкон девушки, но она во время приходит в себя и отрубает ему руку топором. Ночью геймер снаряжается, чтобы добыть еды в квартирах.
рядом, у соседа. Парень находит очень много альпинистского и походного снаряжения. Сосед, если не Сталлоне, то полюбас, наверное, любит лазить. Когда Джон Муст собирает еду, на него нападает зараженный сосед, но, к счастью, парни понимают, что им не по пути, и ему удается уйти. Геймер успел прихватить с собой немного еды и рацию, он передает одну из них Юбин. Вместе с припасами они начинают общаться. Ребята выясняют, что любят одну и ту же еду. Парень благодарит девушку за спасение жизни. Она отвечает ему, что он спасся благодаря тому, что он хотел жить. Мы понимаем, что девушка также хотела покончить с собой, когда видим порванную веревку, свисающую с ее потолка. Через несколько дней толпа голодных зомби заходит в здание в поисках свежего мяса. Юбин видит, что в доме соседа на 8-м этаже нет зараженных, и ребята решают без подготовки туда попасть. Девушка старается гасить всех норм и сражается с зомби, и хватает пистолет полицейского, когда кажется, что Юбин конец, вовремя подоспел, неизвестно как без подготовки он успел это сделать, но, наверное, понимая, какой у него есть срач в хате, и решил по-быстрому сгонять к ней Джон Му. И они заскакивают в здание на 8-м этаже, ребят замечают, один из зомби привлекает своим криком остальных, и они бросаются на людей. Все двери закрыты, похоже, ребятам конец. Но неожиданно открывается дверь, и из двери мужчина затаскивает их и запирает свою неприступную дверь. Спаситель кормит ребят вкусным обедом и сообщает им, что по радио говорили о спасательных командах, которые ищут выживших по всей стране, и они надеются, что вертолеты прилетят сюда. Фото жены и ребенка спасителя, а также бутылочка для кормления, вот только рядом больше никого не видно. И это странно, на вопрос о ребенке мужчина почему-то отвечает, что у него их нет. Когда Джон Му теряет сознание, девушка понимает, что спаситель клофелинщик и что-то скрывает. Мужчина тащит ослабевшую Мен-Ю в другую комнату, чтобы накормить ею зараженную жену спасителя, которая уж давно голодает. Хозяин квартиры ослабевает веревку, на которых привязана его жена. Юбин кричит от ужаса. Джон Му приходит в себя и направляет пистолет на мужчину, но тот бросает веревку на пол. Тогда парень хватает, попутно роняя пистолет. Мужчина предлагает геймеру отпустить веревку, тогда он оставит парня в живых. Веревка вырывается из рук Джон Му, крики за дверью быстро что-то пропадают, и парень предполагает, что надо искать новую бабу. Хозяин открывает дверь, и тогда Юбин толкает на нее зараженную жену, которой она закрыла башку тряпкой. Она кусает своего мужа, девушка пристреливает их обоих. Новый выстрел привлекает внимание зомби. Ребята понимают, что им конец, и решают покончить с собой. Девушка дает пистолет парню, чтобы он сначала застрелил ее. Джон Му понимает, что ему никуда не деться. Он поднимает ствол, но не решается это сделать. Неожиданно ребята слышат звук вертолетов. Они сваливают, бегут на крышу, а зараженные следуют за ними по пятам. Наверное, тоже хотят полететь. Ребята поднимаются наверх и баррикадируют дверь. Но зомби похер на этот фактор, быстро прорываются через нее. В этот момент появляется вертолет. Солдаты, чудом не попав в парочку, расстреливают зараженных, забирают ребят и улетают. И в городе уже 50 тысяч зараженных. Выжившие публикуют посты в соцсетях, такие же, как сделал Джон Му. И спасатели летят им на помощь. Народ, с Новым годом, надеюсь, понравился пересказ.